Слава Богу. Я видела, как словом убивают. Я видела, как словом раны лечат. Я видела, как словом утешают, как словом душу хрупкую калечат. Я видела, как словом радость дарят. Я видела, как словом дарят слезы, как слово может послужить ударом, как слово может превратиться в розы. Не с языка у нас слова слетают, они исходят из глубин сердечных. Слова гремят, как гром, или тихо тают, порой обдуманы, порой беспечны. Мы сами говорить с собой не будем, слова даны нам Богом для общения. И со словами мы выходим к людям. Что мы несем? Печаль или утешение? От слов, что нами сказано, тепло ли? Или холодом пахнет на чью-то душу? Что сеем мы? Хорошее, плохое? От наших слов кому-то хуже, лучше? Из одного источника не могут потоки сладости и желчи лица. А мы благословлять способны Бога и теми же устами ранить ближних. Слова Иисуса были благодатью, и сладостью уста Его дышали. Словами мог спасать и исцелять Он, где б не был Он, к словам Христа бежали. Он лишнего не говорил и слова, Он ничего не добивался криком, не лгал, не унижал, не пустословил. Он словом добрым в душу мог проникнуть. Он обличал, но сам терзался болью. Слова Христа о нет не убивали. Не посыпал он чьи-то раны солью. Слова Христа с любовью врачевали. Кто говорит, что знает Иисуса, тот должен быть внимательным и чутким. Тот не допустим, чтобы искра злая слетела с уст, боль причинив кому-то. Кто говорит, что знает Иисуса, тот должен на Иисуса быть похожим. На чьи-то раны лить бальзам, не уксус, и слов своих ошибки видеть строже. Слов наших мало может быть и много, но пусть из уст любви текут потоки. Что сказано с любовью, то от Бога, что без любви, то из других истоков. И кто воистину Иисуса знает, тот будет осторожен в слове каждом, словами утешая, обличая, в словах своих любовь Христа покажет.